Приветствую вас. В первую очередь я хотел бы обратить ваше внимание на то, что ваш, как вы говорите, сильная любовь причиняет вам боль. Любовь, если это действительно любовь, чистая любовь, она боли не причиняет. В том смысле, что любое действие человека, любой поступок, например, человека, не приводит к боли. И любое действие, любой поступок человека принимается, уважается, не осуждается, не оценивается, и нет каких-то попыток, желаний заставить человека пересмотреть, ну вот, собственно, действия его. В вашем случае я вижу такую ситуацию, что ваши отношения были не на расстоянии, что неизбежно ведет к идеализации, ваши отношения были на расстоянии, что неизбежно ведет к тому, что копится какая-то неудовлетворенность. Вот. А я вижу то, что мужчина, он действительно испугался ответственности. Я вижу то, что он действительно столкнулся с реальностью, увидел, что вы хотите там от него детей, он понимает, что, что если он будет с вами вместе сейчас, то рано или поздно вы, скорее всего, опять эту тему поднимете. Вот, в этом может быть плохого, в этом может быть ничего и нет, в том, что вы поднимете эту тему, потому что вам все-таки 25. Вот, может быть, вы чувствуете, что уже пора, хотя я не очень понял вот вашу фразу о том, что так как я его очень люблю, пару годочков подождать, и потом уже можно заводить тут как бы где-то связь, я вот не очень понимаю, да? Вот. Но в целом я вижу основную проблему в том, что ваша любовь причиняет вам боль. Вы очень много написали, это очень большой текст, рассказ о том, что значит, у вас все было хорошо, вы давили на человека, ну вот, давили, психовали, что тоже имеет под собой определенные основания, да, которые нужно разобрать и раскрыть вам самой, возможно, вот, потом, соответственно, мужчина погас за 2 недели, потому что у него слишком много навалилось, и сейчас вы испытываете к нему очень сильную тягу, скучаете, без него не можете и так далее. То есть это классическая история созависимых отношений, когда вы нуждаетесь в отношениях, по сути, больше, чем ваш партнер, и именно нуждаемость в отношениях требует своего раскрытия, то есть, чтобы вы увидели и постарались понять, почему вы так сильно нуждаетесь в отношениях с ним, почему ваша любовь к человеку причиняет боль вам, и чего вы хотите для себя. Вот вы говорите, что мне важно быть с собой, вот что вы в это вкладываете, почему вам важно быть так с человеком. Вот это нужно раскрыть. То есть, тут в основе лежит то, что вы хотите и чувствуете для себя, и то, что вы хотите и чувствуете для него. Это вот разные вещи, которые необходимо разграничить. Вот. Дальше. Вы пишете про шансы. То есть вы пишете про то, что вот есть ли шанс, что он одумается, и так далее, и так далее, и так далее. Это все на самом деле из области предположений. Вопрос ваших отношений может решить только реальная встреча. То есть, вот вы сказали, что не можете приехать к нему, пока он не позовет сам. Это на самом деле, я вот не понял, то ли это связано с тем, что вы со стороны не попадете без его приглашения, то ли это связано с тем, что вы сами не хотите ехать без его вызова, не знаю, но если дело, если все упирается во второй вариант, то тут на самом деле нужно предпринять какие-то шаги, потому что мужчина, скорее всего, сам
инициативу проявлять не будет. Тем более, что он очевидно склонен себя обвинять, очевидно, что он в некоторой степени идеализирует вас. Вот, и очевидно, что вы на него слишком сильно давите, вот, что ему тоже не нравится, что он понимает, что, возможно, в реальной жизни с вами ситуация будет выглядеть примерно так же, это его, конечно, не может не настораживать. Вот, поэтому я думаю, что поскольку вы виделись, вы видели друг друга, вы взаимодействовали друг с другом, то ключевой момент здесь заключается в том, что, во-первых, предложение было сделано под вашим давлением, мужчина сам предложение делать не хотел. Значит, во-вторых, то, что совершенно очевидно, что отношения себя изжили на данном этапе, вот, что мужчина сейчас не имеет ни сил, ни возможности, ни вероятно желания жить с вами вместе. А значит, вы находитесь в полном, в полной зависимости от него, а значит, в подвешенном состоянии. И простать его так вы можете годы, за что потом будете его ненавидеть, что он не оправдал ваши ожидания. Вот. Чтобы этого не произошло, я думаю, что вам сейчас нужно для себя решить, как будет развиваться ситуация, что для вас значит его поступок, и в дальнейшем ориентироваться исключительно только на себя и на свои ощущения, предварительно разобравшись с тем, почему же все-таки ваша любовь такая сильная причиняет вам боль. Вот. То есть я не говорю, что вы человека не любите, ни в коем случае не хочу этого сказать. Но речь идет немножко о другом. Речь идет о том, скорее, что в этой любви есть что-то, что нужно вам для себя. И вот это, Екатерина, нужно разобрать. Знаете, ваши вопросы, они из области предположения. Это вот просто, поймите, я сейчас зачитаю ваши вопросы. Может, я слишком на него наседаю со своим общением? Да, возможно. Может, наседаете, может, нет. Важно то, что вы не контролируете свое поведение. Так. Может не писать ему недельку-полторы, может не писать, может нет. Вопрос в том, чего вы хотите, насколько вы продвигаете самостоятельную модель, линию поведения. Именно вы. Так, дальше. Есть ли шанс, что спустя несколько месяцев он поймет, что важно оставаться с родным близким человеком? Шанс есть, но маленький. Опять же, здесь идет зависимость от его позиции и попытка навязать ему ваш взгляд. Может он соскучится, может соскучится, может и нет. Опять же, это как бы акцент не на вас, а на нем. Есть ли шанс спустя время опять быть вместе? Ну, видите, да, опять область предположения. Мы не гадалки, понимаете, Екатерина, мы психологи. При каких условиях он сам сможет по мне соскучиться, мы не знаем, потому что это другой человек, и мы не знаем его. Мне показалось, исходя из вашего текста, что он может, он скучает, но реально что-то сделать, он видеть для себя возможным только в том случае, если все будет для этого готово. То есть я не увидел в нем желания что-то преодолевать. У нас была такая любовь, и у меня до сих пор. Ну, я про любовь вам уже сказал. Дать ему время и заняться своим саморазвитием. Да, это очень хорошая идея. Меньше ему навязываться. Да, это тоже хорошая идея. Будет ли тогда шанс, что он снова захочет увидеться и быть вместе? Да, шанс будет. Вопрос только в том, насколько это важно для вас.
Но если вы будете его ждать, я еще раз говорю, можете прождать очень долго. Я действительно его очень люблю, ну, как я уже сказал, про любовь, что это такая история. Я не думал, что способен такие чувства к человеку, который страдает. Ну, вот видите, если вы страдаете, это не совсем любовь. То есть тут помимо любви, видимо, есть что-то еще. Какие-то еще чувства. Вот. Вот, в принципе, все. Опять же, нужно сказать, что люди практически никогда не выстраивают отношения на расстоянии просто так. Вот у вас всегда есть некие обстоятельства, вот всегда есть некие условия, почему так происходит. И вы сами говорили о том, что у вас есть опыт. Вот. Опыт такой, видимо, отношений. Да? Вот. И мне кажется, что это также то, что нужно исследовать, почему у вас не получилось выстроить отношения, ну, хорошие, да, вот, и почему вы пришли, собственно, к отношениям на расстоянии, вот. То есть, сперва нужно разобраться вам в себе, и уже после этого, я думаю, можно будет более, так сказать, точно, более понятно отдавать, более точно, более понятно придерживаться какой-то вот модели своего поведения по отношению к нему, в том числе. То есть не только по отношению к вам, да, но и по отношению к нему тоже. Вот. Я думаю, так, в принципе, можно ответить вам на вопросы, которые вы задаете. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.